позвонили Саре Фишер. Оставьте сообщение после сигнала, и я перезвоню. Спасибо. Сара, это я. Возьми трубку. Папа, прости, я сейчас проверяю все звонки. Тут неподалеку стреляли и... Понимаю. Хотел сказать тебе, скоро я буду дома. Как уже? Все позади? Ты сам как? А дядя Вик? И Анна? Ну, потрепало немножко, но все целы. Господи, я так рада. Я так боялась, пап. Все боялись. Никому не говори, но я тоже боялся. Вау, я просто в шоке. Ты не шутишь, пап? Все кончено? А американская пыль? Забудь о ней. И больше не вспоминай. Забыть? А ты будешь продолжать работу? Да, я же должен. Но я вернусь, как смогу. Я обязательно вернусь, малыш. Да. Я знаю, пап. Люблю тебя. Я буду ждать тебя дома.
Рад видеть тебя на ногах, Вик. А я-то как рад. Еще неделя в больнице, я бы сдох. С их жратвой это несложно. Тебя там не обижали? Врачи молодцы. А медбратья... Сэм, помнишь, как однажды в Таиланде ты чуть не купил слона? Забудешь тут, ты же напоминаешь. Секундочку, ты хотел купить слона? Это было очень давно. Так вот, тот слон наверняка пошел в медицинский. Тут один медбрат был похож на него, но просто вылитый. Он по три раза в день втыкал мне в зад здоровенную иглу. Не может быть, тот слон бы еще доучивался. Тут ты меня поймал. Но я правда рад свободе. Вик, ты точно в порядке? Я так кайфовал только после развода. Когда два месяца просидишь на жопе, работать хочется, сил нет. Есть проект на примете? О да, первой категории. Я теперь думаю только о Сэме на слоне. Вик. Сэм, Чарли возится с новыми побрякушками. Грим, что удалось узнать об инженерах? Мы сопоставили данные СМА и то, что вы с Бриксом узнали в Денвере. Многое прояснилось. Мы знаем, насколько велика их сеть.
Ответишь на один вопрос, появляются новые. Садик подошел к делу очень масштабно. Хорошо, что ты его обезвредил. Не я, а команда. И во многом это твоя заслуга. Спасибо. Меня ждут дела. Забыл, что ты не любишь комплименты. Спасибо. Поговорим позже. Ну что, ты вернулся в ЦРУ? Не, хочу работать с вами, если ты не против. Совершенно не против. Да. Кто же еще будет спасать твою задницу, взятую в заложники? Зато я пули не ловлю. Я б тебя из дыркой вынес. Отлично, Брикс. Я готов на все, босс. Ты только свистни. Изрядно помог. Может, пора меня отпустить? Нет, ничего не попишешь. Сам виноват. Да брось, я спас самолет, кинул своих клиентов. Что не так? Вот-вот. Ты оказался полезен. Посидишь пока тут. Ты шутишь? Почти. Сам не думал, что так выйдет. Так, значит, я теперь в команде? Ты не настолько полезен. На этом все. Погоди, куда ты? Мы не обсудили условия! Эй, вернись! Кобин. Эй. На этом все. Пока. Эй, Чарли, отличная работа, парень. Спасибо. Мы у тебя в долгу, вся команда и Вик. Ну, я правда очень рад. Еще 5 секунд можешь радоваться, а потом живо принимайся за работу. У нас ее много. Да, добрый ты у нас, Сэм. Отлично, Чарли. Спасибо, что не выпер меня. Привет, малыш. Как ты там? Нормально. Только что избавилась от остатков индейки. Вот из-за них-то я и не приехал. Все налаживается? Вроде бы. Бензин дорожает, у авиакомпании проблемы. Ничего нового. Но витрины больше никто не разбивает кирпичами? Уже нет. Рад это слышать. Мне пора, малыш. Береги себя. И ты тоже, пап.